Я просто жду. Я готов подраться с Конором Макгрегором. Что за хрень там несет Андерсон Сильва обо мне? Он произносит мое имя снова и снова. Я верю, что мы подеремся. Конору нужен этот бой. Это будет здорово. Знаете что? Я готов биться с любым за правильное и в правильное время. Я встречусь с любым когда угодно. Это не ради денег, Конор. Я хочу настоящего вызова в ММА. Мне нравится то, что он хочет этого. Он легенда в этой игре. Только дурак не захочет с ним биться. Если Дана захочет провести эту схватку, он сделает это. Самое главное, чтобы он загорелся этой встречей. Я говорил раньше, что очень сильно уважаю Конора Макгрегора. Он великий атлет. Я верю, что наш супербой останется в истории спорта. Это будет отличным барьером для теста моих навыков в ММА. Наториус тоже этого хочет. Смешанное единоборство — это лучшее место для Конора Макгрегора. Он потрясающий боец, но Андерсон Сильва для него ужасный соперник. Он слишком большой. Он высокий, габаритный. И еще он левша. Слишком быстрый, слишком сильный. У него просто нет шансов. Где он хочет боя? В 180 или в 200 фунтах? Да легко. Я могу выступить где угодно. Буду биться с кем угодно. Любой может встретиться со мной в октагоне. Они все меня боятся. Ни у кого не хватит духу. Я уверен. Любой гнилой рот может встретиться со мной. Я думаю, что мы можем увидеть этот бой. Я никогда еще не был в этом так уверен. Они 100% будут биться в стойке. Никто не будет прыгать в ноги. Каждый обладает возможностью победить досрочно. Окей, нас ждет поединок по кикбоксингу между двумя заряженными бойцами. Это супербой. Мы не будем биться за пояс или что-то другое. Это просто суперсхватка. Ему нужно подписать контракт перед уходом на пенсию. Ему нужно согласиться на это. Это будет круто. Когда Андерсону Сильве было 32, ты смотришь на него и видишь эти безумные удары руками. Главное это было не играть с ним в его игру, потому что он тебя просто съест, как было в бою с Форестом Гриффином и со всеми остальными. Андерсон на своем пике был просто монстром. Он заслужил все это. Его стойка была неуловимой в поединке с лучшими бойцами в мире. Он также не боялся крупных парней. Он окружал их и двигался рядом. Он начинал потихоньку изучать каждого бойца, и спустя минуту или две он такой: «О, я уже раскусил тебя!» И затем неожиданно он выбрасывал свои удары, и ты такой: «О боже, это невероятно!» Конор очень хорош. Чрезвычайно хорош. Мне нравятся бойцы, которые готовы биться с любым. Вот именно поэтому Конор Макгрегор такая большая звезда. Я не думаю, что он выбирает себе соперников. Он же чертов ублюдок. Вы будете вспоминать мое имя еще долгое время.
Я теряю любовь к этому спорту. У меня уже есть все, но теперь я по-настоящему голоден. Я готов вернуться. Я думаю, что этот бой очень интересен для спорта, для фанатов. Это клевый бой. Конор уже бился с лучшими ударниками мира в истории. Он провел с Флойдом целых 30 минут. Вот почему этот бой очень интригующий. Я готов биться с Макгрегором. Погнали! Все хотят, чтобы Конору кто-нибудь надрал зад. Сначала они говорили, что он не заслужил боя с Хабибом. Потом они говорят, что и Джастин этого не заслужил. Теперь они говорят, что он не заслужил боя с Усманом в 170. Многие также не хотят видеть его поединок с Масвидалем в 170. Потому его война с Усманом намного интереснее. Никто не хочет его третьего поединка с Диазом. Но раз так много хейтеров, так дайте ему Андерсона Сильву. Одного из лучших бойцов в истории. Андерсон Сильва знает, как держать ритм в бою. Он умеет контролировать дистанцию. Он слишком умен, и он всегда дерется по-разному. Что же делает Конора таким особенным? Это его уникальные удары. Я знаю, что он бьет невероятно круто. Он победит любого бойца своих размеров. По моим наблюдениям, Конор один из лучших в истории. Он всегда знает, что нужно сделать. Самое главное, захочет ли этого боя сам Дана Уайт. Это просто супер, супер, супер бой. Андерсон Сильва против Конора Макгрегора.